часов наделали, блин, людям. Обычная школа делает то же самое. Ну это, ну мы справляемся, вы знаете. Жить я. А у него там какая-то такая лодочка, он сидит, да? В соревнованиях принимаешь участие? Там как бы это самостоятельное мероприятие или это, ну, международное? То есть, ну, ты сейчас, ты от Грузии выступаешь? От России? От Крыма, от России. Тебе сколько лет? 34, да? Ты человек такой тоже уже не совсем молодой, поэтому да, жизнь у тебя уже как бы с пониманием смотришь на все. Я бы на твоем месте сейчас при этой ситуации украинский паспорт сохранил, но российский сделал бы. Правильно, правильно, это правильно. Все скоро наладится. Ничего вечного не бывает, и люди вечные не бывают. Поэтому все будет хорошо. Это ситуация, когда нужно поступить мудро. Да? Дело в том, что такая же вулканическая порода, израильские все горы вот такие. Для меня это как бы очень не похоже. В Египте другое, там известняк красный такой. И вот у нас южные горы так, тоже красные. А северные вот такие вот. Вот этот же хребет, это же как бы продолжение большого разлома. И эти же горы тоже так же появились. И у нас же то же самое. Серединка этого, здесь как бы начало. Не проблема. Не, отлично, мне так уже не замерзнуть. Смотри, у меня как бы все равно, ну, адреналин, он все равно греет. Так что все нормально. Я махну, если что. А потом мушечку какую-то вы накладываете, и ветер идет. А, вот так идет. Приезжала на море, а после этого мы ее и не видели. Не может себе позволить. Говорит, очень тяжело.
очень достойно, да, она достойна победы того такой, потому что, да, да. Грузины очень благодарный такой народ. Очень приятный. Мы от страны получили, ну, удовольствие даже не выше среднего, а на самом выше уровне. Отсюда ее даже не видно. Таких высоких гор нет, самая высокая гора 2000, да. Там где курорт, да, да. Вот на Голанах, вот там где сирийские Голаны и наши, ну наши это сирийские только отвоеванные, там 2000 максимум, 200. Мы сейчас сколько сейчас?